развязки. Дальше пешочком можно. Зона будет на 320. Даже на 340. Да. Где зона? 330, 340. Что-то есть что? Я. Паша, 152-я крыха, да? 152-я? Да. Так, я тут. Паша, спереди, у нас палят. Аккуратно. Антон, бежим, прям фугасом, да, фугасом прям по копце. От окопов подходите, короче, только это не окоп перед нами, это перед нами сено. А это все надо бежим, там кто-то роет. Да. Сколько там метров примерно до врагов? 300. 200, наверное, все. На глаз кинешь, увидишь разрыв, поймешь. У тебя, по-моему, магашек много. По-моему, целых. Только не стучи сзади. Мне показалось, или это сено у нас кого-то примаслили? Да, кто-то примаслил. Нет. Сено просто далеко. Не подходите, я сейчас стрелю. Опань. Ой, блин. А пацан жив? Алло, перевязаться не могу. Я тут сам проблюсь, я выстрел от РПГ пережил. Алло? Да, он прям в тебя что ли прилетел? Пацаны? Сейчас. Я тут от РПГшки, у вас есть бинт? Нет. Я сам без брони. Полетите меня, пожалуйста, я от РПГшки. Еще один. Да не двигайся. Мне самому ручим нужен, понимаешь? От РПГ выжил. Больно. Просто морфик бахнет. Тупо чечня. Тебе тоже? Мне один морфин хотя бы не покатит. Я вроде их брал, но не туда выпали. Ой. Что это? У нас зашли. Понял. Сам за... Он за стогом. Антон живой, Антон живой. Бля. Минус Паша. Вы можете... Что-то... Сено пробивается. За минуточку. Я не знаю, подожди. Он стоит, нет. Он рабочий, я не знаю, но... Он не рабочий. Бред. Самый эпичный замес. А только кочегар слился.